Как известно, студенческая жизнь многогранна, как в целом и сами студенты. Еще со школьной скамьи подрастающее поколение мечтает насладиться той свободой, о которой слагают легенды. Это жизнь, наполненная яркими событиями, праздниками. Это КВН, и да, конечно, но приходится и нелегко в учебе, но тем не менее она наполнена очень яркими моментами. Я уже не первый год учусь, и уже второе мое высшее образование. Я студент и радуюсь этому званию, и буду всячески его поддерживать. Мне очень хорошие впечатления остались от студенческой жизни, потому что это первый мой опыт, когда я приобрел настоящих друзей, с которыми сейчас поддерживаю отношения. И хотя бытует мнение, что студенческая жизнь сейчас совсем не та, что была раньше, специалисты по работе с молодежью с этим не согласны. Студенты особо не отличаются, просто единственное, что, конечно, сейчас жизнь ставит больше планку повышенную перед студентами, что прежде всего они должны выйти хорошими специалистами для того, чтобы реализовать себя и получить рабочее место. Студенты, в свою очередь, несмотря на активную вузовскую жизнь, подтверждают, что университет – это в первую очередь учебное заведение. Наверное, каждый скажет, что культурно-массовое мероприятие как-то больше нравится, чем учиться, но познание к знаниям должно быть, наверное, мне кажется, на первом месте, так как знание есть истина и путь. В то время сессии бывает туговато, и думаешь, ну зачем я сюда пошла учиться, но все равно мне нравится своя специальность. В канун Международного дня студентов запорожскую молодежь поздравляли городские власти. Традиционно в киноконцертном зале имени Довженко прошел праздник «Студенческая осень». Одаренная молодежь со всех вузов демонстрировала свои таланты, пела, танцевала и, конечно же, шутила. А подарком для молодежи стал премьерный показ фильма «Советник».